Друзья, всем привет, меня зовут Михаил Лазутин. На новом рейде, когда мы пришли в парк, произошла ситуация, которой я хочу посвятить отдельный выпуск. Компания неизвестных мне людей ждали меня в парке, где я обычно провожу рейды. Как только я зашел в парк, они сразу же начали орать со спины матом, пытаться оскорбить. Я сделал им замечание, чтобы они не орали матом в парке, и на это они начали, как это некоторые называют, предъявлять за шмот, предъявлять за татуировки. Якобы они какие-то правые нацисты, чистокровные, видимо, так как они еще предъявляли за то, что у кого-то там смешанная кровь, затрагивали нации. Я был очень удивлен, недоволен, то есть меня это прям вывело из себя. Возможно, я повел себя немного агрессивно, но меня очень сильно возмущает, я категорически против таких проявлений в нашем обществе. Посмотрите эту ситуацию от начала до конца, так как это может коснуться каждого. Я спрашиваю, что ты сказал? Да, бухой. Я говорю, бухой. Я спрашиваю. Да, бухой. Что ты крикнул только что? А, можно пару слов тебя? Когда я шел, у тебя был видос, у тебя слышишь, было что говорю? У тебя фотография, где ты в чистой крови. Я тебе вопрос задаю. Ты в чистой крови был? Я тебе говорю, ты что ты крикнул крови? Только что? Был в чистой крови. Пока не извинишься за то, что ты крикнул, с тобой диалога не будет. Охуели, что, очкуешь? Следи за своим языком, понял? Очкуешь? Понял, следи за своим языком. Очкуешь? Не, понял твой вопрос? А что ты? Где пидорит, а где в хуй? Хорошо. Слушай, где пидорит в хуй? Хорошо. Пока ты за эти слова не извинишься, лев... с тобой будет хуй. Что, лев в хуй? Я не хуй. Хорошо, лев не хуй. Хорошо. А что ты, хуй? А что, очкуешь? Хуй. Я поговорю с тобой. С камеры, хорошо, с камеры. Лев. Я тебе говорю, в парке матом не ори. В парке матом не ори. Хорошо. Хорошо. Слышишь, что я говорю? Ты я еще раз повторяешь, камеру. Я тебе говорю матом, не ори в парке. Будем поговорить. Людьми. Какими людьми? Я тебя оскорбил. Здесь в парке тебя оскорбил. Которые здесь тебя в парке оскорбил. Находятся, я тебя говорю. Оскорбил. Людей ты оскорбил, и людям мешаешь, которые... А, ты толкаешься, ты хуй. Потому что ты дистанцию держи, что ты ко мне лоб в лоб подходишь. Камеру, а ты... Что ты лоб в лоб маску одень. Подходишь? Маску одень, хуй. Лоб в лоб подходишь, а ты маску одень. Ты что, не слышишь, что ли? А? Провокатор такой, типа, великий. Не, вы говорите. Возьми камеру, так просто отойди нормально, разговаривай, что ты бычишь. Хорошо, пойдем, вот, возьми что камеру. Что ты бычишь, я возьми, говорю. Я не сам бычу. Разберусь, что я мне взять. Я не бычу. Я сам разберусь, хорошо. Что мне взять. Смотри, Лев, одна просьба. Пойдем, с тобой двоем. Просьба к тебе матом не орать в парке. Хорошо, и вести смотри. Себя достойно. Я убираю перец. И вести возьмите себя перец. Достойно, ты слышишь? Полтора метра возьмите. А ты отзовите, парни. Парни, отзовите нахуй. Ты услышал, что я говорю? Да, хорошо. Смотри, я отошел веди от тебя. Веди себя достойно. Везу себя достойно. Хорошо, я убрал перец. Я пустой, все, я пуст. Что ты говоришь, я веду себя достойно? То, что ты матом орешь, это уже не достойно. Я не матерю, хорошо. Мимо тебя люди идут, ты выкрикиваешь мат на весь парк. Это что, достойно, по-твоему? Пойдем поговорим, пойдем поговорим. Мат выкрикивать, это можешь камеру, выбери, ну возьми камеру, пойдем с тобой поговорим. Я разберусь, говорю еще раз. Ну так а что ты, очкуешь, что мы мне взять, а что нет? Пойдем поговорить, пойдем поговорим, вдвоем. Вдвоем поговорим, пойдем вдвоем. Вдвоем, а о твоей брани, о твоем позоре общаться? О моем позоре? Да. У тебя была фотография, где ты в чистой крови? Я даже не понимаю, что ты говоришь. Чистая кровь. Что такое кофта. Чистая кровь? Ты курт? Да. А есть хрены, где ты ходишь в чистой крови, правый в кофте, покажи, правая давай, кофта. Покажи. Баги. Дай фотографию, где он в чистой крови ходит. А ты ходил в чистой крови? Ты правый? Ты правый? А что значит правый? Правый, ты нацист! Нацист! Алло, с тобой разговаривай, Я говорю, я с ним разговариваю. Слышь? Отойди, когда с человеком разговариваю. Нет, нет, ты слышишь, блядь? Я тебе говорю, отойди, когда с человеком разговариваю. Ты глухой? Чёлка. Чё ты убежал? Оу! Давай. Приходи в чистой крови. Я говорю, чё ты убежал? Я вопрос мне задаёшь, я его вопрос задавай. Я его вытолкнул. Чё значит, я тебя спрашиваю? Чистая кровь. Миш, я не знаю, его вытолкнул. Ты ходил в этой кофте? Руны, руны. Знаешь, что руны? Руны знаю, что. Ещё. Ты правый? Нет. Ты этот, как его? А ты знаешь, что она обозначает? Обозначена чистая кровь. Ты чистокровный? Что значит там обозначено чистая кровь? Где? В чем? В чем? Я просто интересуюсь. Вопрос задаю, в чем? В чем? Вы смотрите, у вас чистая кровь, да? Где она говорит, что чистая кровь? У вас здесь руны. Мне сказали матом не разговаривать. Руны чистая кровь, я тебе говорю. Что ты быкуешь? А ты что на него смотришь? Веди себя спокойно. Руки не тяни. Руки не тяни. Хорошо, вот так руки покажи. Свобод. Кто такой, чтобы тебе кто-то руки показывал? А ебать. Ты кто такой, чтобы тебе кто-то руки показывал?
пытаемся просто решить. Так ведь решайте нормально, что вы лезете на человека. Что ты быкуешь? Я тебе говорю, ты можешь успокоиться. Ты сам необычный. Успокойся, говорю. Все решать вдвоем, вдвоем. Пойдем поговорим, пойдем поговорим. Пойдем поговорим. Руки убери, дистанцию держи. Я говорю... На YouTube выложишь, типа, я покажу локти. Я соблюдаю, вы соблюдаете. Паутина, да? Я тебе говорю, если там нет, то что будет? Нахуй. У тебя паутина есть? Нет, я тебе говорю, нет, если я ее... Нет, стой, ты мне вопросом на вопрос ответишь. Я тебе говорю, нет. Нет у тебя паутины? Нету паутины. Отвечаешь. Правильно. 100%. Базара нет. Хорошо. Кто знает, тот знает. Типа, без проблем. А что такое паутина? Что, паутина что такое? Верно своим, верно своим идеям. Каким идеям? Идеям. Что, до первой крови выйдете? Да что ты ерунду какую-то говоришь? Не, просто зачем так. Зачем это нам? Да он просто... Зачем? Зачем? Чтобы... Я ему... Кулаками вопрос я не решается. Кто кого побьет, он от этого прав не станет. Это реальный чувак. Спасибо тебе за движение. Спасибо. Если после просмотра этого видео у вас эмоции негодования, вы тоже против нацизма, поддержите этот ролик, максимально его распространите, чтобы как можно больше людей увидело этих нацистов, как можно больше людей написало внизу свое мнение, и, возможно, хотя бы общественное порицание повлияет на этих людей, они задумаются о своем мировоззрении, о идеях, как они это называют. Ставьте лайк, если вы против нацизма, это очень поможет в продвижении этого ролика. Сделайте репост в социальных сетях, закиньте к себе на страницы, если вы тоже против нацизма и расизма. Заранее всем спасибо за поддержку.